Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такой торт Лиронас Забава. Вот здесь вот все написано, но сейчас мы сначала с вами снимем крышечку, и я все покажу. Так, у нас, вот он, петелек есть, за который, опа, и все, оно легко снимается. Такой он красивый. Но мы его пока немножечко оставим в сторону и посмотрим с вами крышечку. Вот она крышечка. Так. Вот крышечка. Ручная работа без заморозки. Называется Забава. Ага. Наконец сфокусировал. Домашний белый бисквит с кремом из взбитых сливок с конфитюром клубника. Вес 500 грамм, стоил 400 рублей. Так, здесь у нас... Здесь производитель. Так, и также вот тут есть состав. Состав просто большой, я добавок там, я насчитала около 24 штук, это реально, это очень-очень много. Покупая торт, я не посмотрела состав, я подумала, что, скорее всего, это детский торт, потому что он очень похож на детский, и подумала, что, наверное, там не будет так много химии. В принципе, же можно обойтись без нее, вот. Но, к сожалению, ее очень много. Так, ну ладно, наш с вами торт. Покупаю, конечно, самое главное для меня было это, чтобы здесь было именно вот это был крем. Потому что я люблю крем. Именно. Так, и давайте его посмотрим. Он пока у нас здесь стоит такой красивый. Наверное, скорее всего, Е-добавки как раз есть вот эти вот цвета разные. Он очень ароматно пахнет, пахнет прям таким тортом. Единственное, что мне не понравилось, то, что нету фотографии в разрезанном виде торта. То есть других, допустим, есть от Палыча, там еще кого-то, у них то есть все это есть. Здесь же нету. Стоя в магазине, я в Яндексе набрала этот торт, и даже там ничего такого не было. Поэтому придется делать обзор, смотреть. Что же у нас внутри? Давайте его разрежем. Так, режется он мягко довольно. Что-то создается мне впечатление, что это не крем даже совсем. Нет, крем есть. Крем есть. Опа, сразу свалился. Вот этот белый, кстати, крем. Хотя нет, не совсем крем. Какой-то больше белковый, наверное. Как есть крема масляные, а есть белковые. Здесь, наверное, белковый больше. Ну как обычно, в принципе, торт. Внутри много хлеба. По-моему, у этого производителя в основном хлеб. То есть, в принципе, тут 400 рублей не стоит. Я люблю, наоборот, когда хлеба мало, а начинки вот этой вот побольше. Здесь вот прям совсем... Такой тоненький, прослойка тоненького крема, да, много хлеба. Хлеба здесь гораздо больше, чем начинки. Нет, не крем это. Это как типа безе. Такие
более суховатый, а внутри он помягче. Хотя здесь написано с кремом из взбитых сливок. Ощущение, как будто здесь не сливки, а что-то, я не знаю. Все-таки, наверное, когда читаете, если вы хотите такой крем пожирнее, масляный, то, наверное, там должно быть написано масляный. И там было написано бисквит. Мне почему-то показалось, что бисквит это что-то такое, где очень много начинки, а тут ее мало. Ну, кстати, вкусно. То есть о том, что там хлеб, практически не чувствуется. По ощущениям, как будто там просто какая-то начинка, даже не крем, а вот просто какая-то начинка, и очень нежная, такая сочная, пропитанная. Такая вкусная. Все вместе, наверное, вот с этим и с этими будет еще вкуснее. Да, такая вкусная, но он не стоит своих денег. 400 рублей, конечно, нет. Проще за 400 рублей купить маленький какой-нибудь тортик от Палыча, где реально там какой-то крем есть. Не знаю, но этот оставался последний. Поэтому я подумала, раз люди его берут, значит, люди знают. И действительно, думаю, наверное, все в порядке. Нет, вот, кстати, вот он. Жесткий. Эх, а я так надеялась, что там какой-нибудь масляный крем, какие-то такие штучки, что я сейчас вилочкой возьму, это все съем. Но, к сожалению, нет. Вот такой вот у нас с вами тортик. Крема, конечно же, маловато. Но сделано красиво, с любовью, наверное. Такой тортик, да, можно, наверное, купить, подарить. Ну, подарить, не знаю, там, дарят торты или нет сейчас. А когда, допустим, придут гости, да, можно. Ну, конечно, не 400 он стоит рублей 200, как минимум. Вот. Ну, купила я на самом деле по акции за 200 рублей. Но там была написана цена 400 рублей. Я так подумала, раз 400 рублей он стоит, значит, торт должен быть хороший. Но, к сожалению, если честно, я немножечко разочарована. То, что там нет крема. Для других людей, наверное, да, все нормально будет. То есть, ну, это я люблю, чисто я люблю масляный крем. Я его просто обожаю. Вот. Ну, в принципе, такой красивый ребенку, я думаю, понравится, вкусно. Свечечки можно даже поставить. Ладно, не буду вас забалтывать уже, много времени прошло. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите, пробовали ли вы такой торт, какого производителя вам нравится торт. И нравятся ли вам торты от Лиранс производителя. Вот, пробовали ли вы такой торт? Не помню, говорил я это или нет. Вот. Смотрите мои другие ролики, мои обзоры на технику, на продукты также, продукты из фикс-прайса, мои влоги обязательно смотрите, как мы с сыночком живем, как у меня сыночек развивается. Это очень интересно, завлекающе. И всем пока-пока.